Да, ты снял так? Назад, шаг вперед, Володя. Стихи где читаешь? Вот так. Читай. Уже пошла запись, да? Да, только меня фонтан не смотри, смотри вот сюда. Ты говоришь, тогда надо всем туда. Нет, подожди, вы сейчас репетиция, хорошо. Посмотрим, как получится. Все, смотри. Ползи, перец, сюда, пепел. Сюда смотри. Ползи, перец, пепел, твой самолет зыбок и пьян, как лютня. Волшебствуча кухня. Где, нажимай. Застыли. А ты как? Можно, можно уже отомереть, когда запись. Когда Саша говорит, сходится рук. Горя желанием, стремятся бабы к мужикам, но мужики в назидание отказывают. Я не устал. Симка. Ползи, перец, пепел. Твой самолет зыбок и пьян, как лютня. Волшебствуча кухня золотых рыбок охра. Здравствуйте, моя дорогая и далекая Настя. Я пишу вам с самого крайнего севера моего с вами сосуществования. Мария, ты шевелилась. Дам кусок поймаем. Шаг вперед еще. Когда устали провода, от бесконечных разговоров, когда устали провода. Переснимаем вот это. Да, нет, переснимаем. Стоп. Нет. Значит, шаг вперед, Володь. Ползи, перец, пепел, твой самолет зыбок и пьян, как лютня, волшебствуча кухня золотых рыбок охра. Здравствуйте, моя дорогая и далекая Настя. Я пишу вам с самого крайнего севера моего с вами сосуществования. Когда устали провода от бесконечных разговоров, когда устали провода. Я совсем не похожа на тот портрет белокожей дамы с шарфом на шее. В тусклом зеркале только убогий фрагмент восколого лица. Все нормально. Вот они, ребята, на вас стояли пьяные, значит, подходи. Можно переснять именно этот кадр, если стояли неподвижно. Да, ближе к микрофону. И погромче. Громче скажи, здравствуй, Володя. Здравствуй, Володя. Вот так читать, а? Поняла? Начала опять. Поехали. Стоп. Давай. Ближе к микрофону. Стоп. Еще вот за Илью заходи. Вот сюда заходи. Вот так вот. Вот так вставай. Пусть она так снимет. Хорошо. Сам отойди. Поехали. Я совсем не похожа на тот портрет белокожей дамы с шарфом на шее. В тусклом зеркале только убогий фрагмент воскового лица, где глаза бьют. Стоп, нет. Спокойно, сейчас объясню. Все будет нормально, все будет хорошо, ты молодец, все правильно делаешь. Значит, ты сейчас читаешь, только я совсем... Я совсем не похожа на тот портрет белокожей дамы с шарфом на шее. В тусклом зеркале только убогий фрагмент воскового лица, где глаза белеют. Разбитые сердца заменили... Разбитые сердца заменили разбитными. Раскрошенные чувства любуются с собой. И я играл один, мне в покер выпал иней пустующих картин стенающий гобой. На подбородок нажми. Печально я гляжу на наше поколение. Грядущего не будет, все прошло. Как тощий плод до времени созрелый, бредет среди толпы мутант осиротелый.
и пассажир, и водитель автобуса с хмурыми лицами смотрят вперед. Оси колесные с осью на полюсе круто сцепились и рвут небосвод. Брару. Я теперь звоню. И пассажир, и водитель автобуса с хмурыми лицами смотрят вперед. Оси колесные с осью на полюсе круто сцепились и рвут небосвод. Я разворачиваюсь к камере, разворачиваюсь в анфас. Нажимай себе на лоб. Ты не убирай камеру. Не убирай. Вот. А теперь поживи. Вов, моего пучка не надо. Ты будешь на улицах с прохожими читать. И продернутый встречами уличный гам заливается смыслом. Дежавю, рокировка. И продернутый встречами уличный гам заливается смыслом. Дежавю, рокировка. И уходи назад. И стой там, посуйся. Стоп, замри. И больше там не шевелись, да. Стоп. Монмарт, мимозы, словно после той жизни, что казалось хуже, безумие в словах, как в русле, не застывало в своей луже, и люстры сыпались без чувства. Ты стоп-то нажал? А зачем он уходит? Замер. Батареи штормуют холодом, вирус чувств торжествует. Я опять в эпидемии, я опять в эпицентре чувств. Замерли? Подожди, стоп. Дима. И зазвучит, зазмеится проказой что-то похожее на Марсельезу. Займи позицию и застынь. Замерли? Ой, чуку-ку-чуку, ой, чуку-ку-чуку, чуку-чуку-чуку-ку-ка-а-а! Приехали! Встаешь за Марией. Замерли. Стоп. В беломолочном тягучем тумане осень кружится по городу снов, пряча в роскошном атласном шафране душ, уснувших на время собой. За Марией, между Володей и Марией. Замерли? Ночь, потолочные тени, рябью на телеканале встречен восьмой понедельник года бесчетной печали. Господи, я расстрелян. Кем и когда, не помню. Раздатчику выдать смене по три боевых патрона. Куда-нибудь на задний фон. Между головами Володи и Марии можно. Туда, но только сзади к стенке. Замерли. Стоп. Подожди. Стоп. Я сегодня похожа на старый заброшенный сад. Вырубай. Сегодня похожа на старый заброшенный сад. Зарастаю по грудь лебедой бурьяном, где не всхожи ростки подмороженных зерен, где полный распад. Лишь последние ягоды спелой калины прозрачны вертем.
Я сегодня похожа на старый бревенчатый дом с деревянным крыльцом, покосившейся высохшей крышей, с лебедой под забором, ворот перекошенным ртом, с чердаком запылившимся, где поселились летучие мыши. Я сегодня похожа на тот нависающий мрачный утес над широкой рекой, проносящейся мимо во мрак ускользающей бездны. Я сегодня совсем не похожа на этот портрет на столе между высохших роз. Профиль прост, и стена за спиной, как фата засидевшейся вечной невесты. Я сегодня похожа на тот нависающий мрачный утес над широкой рекой, проносящейся мимо во мрак ускользающей бездны. Я сегодня совсем не похожа на этот портрет на столе между высохших роз. Профиль прост, и стена за спиной, как фата засидевшейся вечной невесты. Сейчас еще раз. Съемка, тишина! Поехали. Я сегодня похожа на старый заброшенный сад. Зарастаю по грудь лебедой бурьяна, где не схожи ростки подмороженные зимы, где полный распад, лишь последний я смелой карьеры прозрачный. Я сегодня похожа на старый заброшенный дом. Читай, читай. Начинай с этого места. Я сегодня похожа на старый заброшенный дом. Давай. Я сегодня похожа на старый заброшенный дом с деревянным крыльцом, покосившийся высокой крышей, с лебедой под забором, ворот перекошенным ртом, с чердаком заблюдившимся, где поселились летучие мыши. Я сегодня похожа на тот нависающий мрачный утес. Улыбайся, блядь! Рекой, проносящийся мимо, во мрак ускользающий лес. Я сегодня совсем не похожа на тот портрет между высочами. И стена за спиной, как фата, засидевшаяся вечно лес. И уходи туда, уходи вот туда, да-да-да-да, давай-давай. Бегом, 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 туда, 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 бегом! Нет, обратно иди! Не туда пошла! А туда? Вот туда, да! В тень туда! В тень вообще, пока а меня... Встань на место! Я на Люду так кричал, потому что я с ней тренировал стихотворение, так. А она все равно делает не так. Совсем так. И туда, спрячься! Прячься, прячься, в тень, туда, дальше! Уходи, 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 уходи! Стоп! Люд, ты не входи, стой там. Иди спрячься. Иди обратно. Стой там, стой. Уходи, еще, уходи, уходи. Еще, еще, стоп. Куда иди? Иди, иди, спрячься, пока за стену дома не спрячься. Прятаться за стену дома? То есть ты должен исчезнуть за стеной дома. Проходи просто, просто проходи, иди. Смотри в окошко. Робот появился. Да ну, блядь. Люда, извини за выражение. Стоп, стоп. Это... Появился. Люха, обратно. Нет, стой, Илья, стой на месте там. Нет, обратно. Нет, не в этом дело. Илюха, еще раз, поняла, последний раз. Сейчас все будет нормально. Илюха, извини. Читать, да? Нет. Значит, когда... Ты знаешь... Иди, иди сюда, пожалуйста. Смотрим в окошко. Еще раз в окошко туда посмотри, еще раз. О! Хоп! А теперь сюда взгляд веди. О! Ёбаный рот, попался. Все. Отлично. Медленно, медленно.
хорошо. Пробудили светло. Осень ждали по городу. Да не раскалывайся! Давай опять, город уснул с этого места. Город уснул, пробудились рекламы. Осень кружится по улице без ног. Словно художник, штрихами мазка. Красит деревья, уснувших садов. Ёжится тень в углах приюта. Тихо спускается к водам Невы. Урок тебе протяжным гулком шоу. Летящие листы. Любую дребедень. Город уснул, давай. Ну. Я забыл. Ну давай. Читай, мы кадр сменим потом, давай. С места, где остановилась, там читай. Спокойно, спокойно. Мелкую рябь, полуночный дождь, как по конвейеру вышел с вами. Серый лук дрожит. Мокрый ладонь сжимает атлант пах горячий. Небесную сферу, крест золоченый, карающий меч, старый дверь, ключик горький, лоз, зеленый с волосами. Отмирай, Илюх, отмирай. Володя, отойди, он сюда уходит. Да. Теперь ты так же поворачиваешься, медленно уходишь. Так же, как вошел. Город уснул, пробудили. Город уснул, пробудились рекламы. Осень кружится по улицам снов. Словно художник штрихами, мазками красит деревья уснувших садов. Ёжится тенью в углах переулков. Тихо спускается к водам Невы. В ропоте ветра протяжным игулком шорох потоплен летящей листвы. Мелкой рябью полуночный дождик, как по канве вышивает асфальт. Серые лужи дрожат мелкой дрожью, мокрой ладонью сжимает атлант факел горящий. Небесную сферу, крест золоченый, карающий меч, старую к берегу правит галеру лоцман седой с волосами на плечи. И незачем швырять годами на эту бесконечную войну. Да и что, по-твоему, справедливость? Да, но ты говорил это еще прошлой весной. Может, ты хочешь дождаться, пока уже совсем ничего не останется? Ты не знаешь, сколько сейчас стоит воскресить Христа? Наверняка ведь не меньше $3. Это ведь все равно уже ничего не значит. А у тебя что, нет развлечения получше? Вот черт! Ну что, свет потух. Ты знаешь, мне кажется, нас ограбили. Разве у тебя можно что-то украсть? Может, мне тоже стоит попробовать? Адам, что? Ты хорошо меня слышишь? А то мне начинает казаться, что есть кто-то третий. Вы правы, девушка. Третий, лишний. Кстати, вы прекрасно смотритесь с булавкой в груди. Какая у вас мертвая голова. Пульс гудки. Он остался один. Кулаком в окно, но оно оказалось разбито. И стекло не разбилось. Поехали. И незачем швырять годами на эту бесконечную войну. Да и что, по-твоему, справедливость? Да, но ты говорил это еще прошлой весной. Может, ты хочешь дождаться, когда уже совсем ничего не останется? Ты не знаешь, сколько сейчас стоит воскресить Христа? Наверняка ведь не меньше $3. А у тебя что, нет развлечения получше? Вот черт!
Ну что еще? Свет потух. Ты знаешь, мне кажется, нас ограбили. Разве у тебя есть что-то украсть? Может, мне тоже стоит попробовать? Адам, что? Ты хорошо меня слышишь? Мне начинает казаться, что есть кто-то третий. Вы правы, девушка. Третий лишний. Кстати, вы прекрасно смотритесь с булавкой в груди. Какая у вас мертвая голова. Пульс гудки. Он остался один, кулаком в окно, но оно оказалось открыто, и стекло не разбилось. Шибче, шибче уходи, ты шибче уходила. Нормально. А, нет, стоп, отойди. Без тебя стоп-кадр, как бы, а потом... И жизнь, и слезы, и любовь, и искупление, и кино, и в белом венчике и роз, Иисус Христос, Иисус Христос. Все, что ли? Куда прятаться-то будешь? Ищи место, ищи место, куда прятаться будешь? Как ребенок, спрячься в угол. В угол, на корточке сядь, быстренько, на корточке. Все. Стоп. И жизнь, и слезы, и любовь, и искупление, и кино, и в белом венчике из роз. Иисус Христос, Иисус Христос. Жизнь, и слезы, и любовь, и искупление, и кино, и в белом венчике из роз. Иисус Христос, Иисус Христос. Пошел! Сомнется мой желобок. Жалобно, жалобно. За помойку прячься. Убегай, дальше побежал, не останавливайся, убегай. Ага. Мера за меру, морозная жалоба тянется, мнется мой желобок. Жалобно, жалобно тянется, мнется. Убирай руку, просто убирай руку. Давай, проходи, проходи. Быстрее, быстрее. Пошел, пошел, пошел. Побороть страх, смех, боль. Побороть все, где есть мы с тобой. Чего вы снимаете? Помоги мне разбиться. Чего? Потому что это когда терминатор появляется. Нормально. Стой, стой, стой. Ну что ты делаешь? Володь, я сказал, съемка, съемка, значит. Подожди. Терминатор должен быть. Вы чего, ребята, вы понимаете? Он ее находит, и она читает второй стих. А, все. Ребята, ну схема. Озирается. Озирается. Смотри, нет ли где. В другую сторону посмотри. Илья, появляйся. По-живому только, реально встретитесь по-живому. Не, не годится. Стоп, назад. Я точно говорю, не годится. Ты же слышала, что он идет. Ну а что ты не обратила внимания? По-живому, я же говорю. По-живому это значит реальность. Реальность. Неестественно было просто. Спряталась по сторонам. Смотри, ага. Осторожно. Илья, появляйся. Пошел, Илья. По-настоящему, увидь его, по-настоящему. О, уже видишь, все.
раскололи. Стих. Побороть страх, смех, боль. Побороть все вместе, мы с тобой. Помоги мне разбиться, если я не сумею взлететь. Кто-то должен успеть, кто-то должен столкнуться с парапета. Не приснилось вчера возле двери, заплакала крыса. Потому что узнала, что я не смогу умереть. Надо вспомнить дороги незнаемых стран. Дни и ночи среди затаившихся комнат. Нажимай. Иди, иди, Илья. Уходи, уходи, уходи. Илюха, походи там по помойке. По помойке походи, да, посмотри. Потусуйся там. Все, пошел на меня. Пошел на меня. Сюда, на меня. Пошел на меня. На камеру. На камеру пошел. Все, ушел. Не шуши, пойдем. Вставай на то же место, где раньше стоял. Корпус поверни чуть-чуть. Побороть страх, смех, боль. Побороть все, где есть мы с тобой. Помоги мне разбиться, если я не сумею взлететь. Кто-то должен успеть, кто-то должен столкнуть с парапета. Мне приснилось вчера, возле двери заплакала крыса. Потому что узнала, что я не смогу умереть. Надо вспомнить дороги незнаемых стран. Коля, пошел где? Ну, примерно так же, ходи. Все, уходи, уходи, уходи. Куда там шел, уходи. Стоп, давай. Ажурная любовь раскрашивала перья, и маленький Амур шутил своим шприцом. Стоп. Поехали. Ажурная любовь раскрашивала крылья, и маленький Амур шутил своим шприцом. Ажурная любовь раскрашивала перья, и маленький Амур шутил своим шприцом. Вот, теперь, наверное, пустые барханы сними, чтобы было в кадре. Я думаю, это будет... Убираешь руку. Поехали. Я выиграл зиму, стреноженное время, раскрашивала тьму белеющим лицом. Поехали. Порядком износив интимые надежды, порядочный своп глядит из-под бельма. Поехали. Я вырезал ступень, лежал в которой прежде. Мне сразу стало лень. Любовная зима! Идет из кадра, куда попадет случай? Нет его в кадре. Поехали. Ажурная любовь раскрашивала перья, и маленький Амур шутил своим шприцом. Ажурная любовь раскрашивала перья, и маленький Амур шутил своим шприцом. Я выиграл зиму, стреноженное время раскрашивало тьму. Ой, я много прочел. Слушай, я много Давай прочел. Еще раз. Увлекся. Да, увлекся. Шаг вперед, приседаешь, начинаешь читать. Снимайте. Давай.
Не шуши, Илья, стой, замри здесь. Поехали. Ажурная любовь раскрашивала перья, и маленький Амур шутил своим шприцом. Я выиграл зиму, стреноженное время раскрашивало тьму белеющим лицом. Поехали. Порядком износив интимы и надежды, порядочный своп глядит из-под бельма. Я вырезал ступень, лежал в которой прежде. Мне сразу стала лень любовная зима. Тишина! Я вырезал ступень, лежал в которой прежде. Мне сразу стала лень любовная зима. Так, запись пошла, Илья пока спрятался. Да, быстро, быстро, давай. Появился? Появился, увидел его и побежал. Нормально, нормально. Безумие свисало с люстр. Казалось, что бегут собаки. На площади рождения пусто. И заключающие браки могли рождать лишь только мысли. Но этого им не хотелось. Немного девочек разбили свое волнующее тело. Их не накажут над страстями. Восходит комканным сюжетом. Безумно целым лишь частями. Остаться можно поздним летом. Поехали. Еще. И сюда иди. Все, да? Все, снял. Ты будешь прыгать там, да, Вовка? А куда потом пойдешь? Прятаться. Очень далеко. Давай вот сюда спрячешься, вот сразу. Вов, Володя, вот вниз, когда слезешь. Пошел. Тут же разозлившись, плиты лиловые. А, стоп-кадр не снял. Стоп, стоп, стоп. Володь, я извини, забыл стоп-кадр снять. Стоп-кадр не сняли, извини. Уходи пока сюда, уходи. Сюда. Пока в угол. Без тебя, да. Пошел! Тут же разозлившихся плиты лиловые танцем цунами на вход тормозят. С пиков во впадины, кисок на голову, вертимся бешено, в рай или в ад. Да, остановок не будет, не встретятся рано упавшие в вечность друзья. И чтоб на поручнях ты не повесился, песню простую спою тебе. Я выдумай любого, если не любится, если не верится, веры на зло, все перемерится, что-то досбудется, как и куда бы нас не занесло. Треплет автобуса, крылья чугунные, время пространственный, водоворот, все безбилетники, глупые, умные, только авансом попали на борт. Спросишь на выходе счет у компьютера, строго смотрящего в шумный салон. Может быть, в час ослепительный, утренний, он улыбнется, расплачется. Он. Все. Снимаешь, да? Да. Еще раз, еще раз приземлись так и туда уходи. Вот туда? Да, да, давай, еще раз, приземлился. А теперь так. Как уходил, так уходи.
прячься, назад, уходи, все, прятался. Нету никого. Съемка! За угол загляни! Не надо, нормально все идет. Все. Хорошо, хорошо. Уходи туда. Уходи, уходи. Пошел. Все, спрячься в тень, уходи туда. Полный дубль, все так же. Молодец. Тихий Володь. 8 утра. Электричка. 3-е купе. Знакомый. Как оно? Все отлично. Песни, торговый гомон. Тамбура, наледь, стены. Дно дребезжат монотонно. Раздатчику выдать смене. По 3 боевых патрона. Полдень, курилка, сплетни. Запах казенной пищи. Зачет плюс экзамен в среднем выйдет 4000. Yep. Полдень, курилка, сплетни, запах казенной пищи, зачет плюс экзамен в среднем выйдет 4000. Приступ изжоги, лени, в ступоре полусонном, раздатчику выдать смене. По 3 боевых патрона. 6 перекресток. Пробка. Магнитофон в маршрутке. Я так ждала тебя, Вова. Чтиво. Месть проститутки. На фоне заката Ленин. На фоне щитов мегафона. Раздатчику выдать смене по 3 боевых патрона.
Поехали. Восемь утра. Электричка. Третье купе. Знакомый. Как оно? Все отлично. Песни. Торговый. Гомон. Тамбура наледь. Стены. Дно. Дребезжат. Монотонно. Раздатчику выдать смене. По три боевых патрона. Полдень. Курилка. Сплетни. Запах казенной пищи. Зачет плюс экзамен в среднем выйдет 4000. Приступ изжоги, лени. В ступоре полусонном. Раздатчику выдать смене по три боевых патрона. 6. Перекресток. Пробка. Магнитофон в маршрутке. Я так ждала тебя, Вова. Чтиво. Месть проститутки. На фоне заката Ленин. На фоне щитов мегафона. Раздатчику выдать смене по три боевых патрона. Пошел. Тишина! Малый Паша, тишина! Туч разозлившихся, плиты лиловые, танцем цунами нам ход тормозят. С пиков во впадины и с ног на голову вертимся бешено в рай или в ад. Да, остановок не будет, не встретятся рано упавшие в вечность друзья. И чтоб на поручнях ты не повесился, песню простую спою тебе я. Выдумай любого, если не любится, если не верится, веруй на зло. Все перемелется, что-то да сбудется, как и куда бы нас не занесло. Треплет автобуса, крылья чугунные, время пространственный, водоворот. Все безбилетники, глупые, умные, только авансом попали на борт. Спросишь на выходе счет у кондуктора, строго смотрящего в шумный салон. Может быть, в час ослепительный, утренний. Он улыбнется, расплачется. Он. Вовка, и падай. Хорошо. Еще раз вставай. Туча разозлившихся, плиты лиловые, танцем цунами нам ход тормозят. С пиков во впадины и с ног на голову вертимся бешено в рай или в ад. Да, остановок не будет, не встретятся рано упавшие вечность друзья. И чтоб на поручнях ты не повесился, песню простую спою тебе я. Выдумай любого, если не любится, если не верится, веруй на зло. Все перемелется, что-то да сбудется, как и куда бы нас не занесло. Треплет автобуса, крылья чугунные, время пространственный, водоворот. Все безбилетники, глупые, умные, только авансом попали на борт. Спросишь на выходе
счет у кондуктора, строго смотрящего в шумный салон. Может быть, в час ослепительный, утренний. Он улыбнется, расплачется. Он... Падай. Вы не берете трубку, когда я звоню вам ночами. Ночи тянутся для меня бесконечным караваном паломников. От телефона к пачке сигарет на подоконнике. А вот за хрена ты языком пошевелишь? Падают с пятого этажа. Нормально, нормально. Я бочку снимаю. Окурки. Сейчас начни. Пальцы вновь набирают. Какому там что? Ну, я не знаю. Где ты запнулась? Тишина! Ночи для меня тянутся бесконечным караваном паломников от телефона к пачке сигарет на подоконнике. Падают вниз окурки, и пальцы вновь набирают ваш удивительный номер. Что дальше? Что ты ставишь? Так. Настя, нет, ты стоп, что, стоп. Ты даже... До удивительного номера я читаю. Рукой, убери руку. Вы не берете трубку, когда я звоню вам ночами. Ночи для меня тянутся бесконечным караваном паломников от телефона к пачке сигарет на подоконнике. Падают с пятого этажа окурки, и пальцы вновь набирают ваш удивительный номер. Помните, вы хотели стать голубем на иконе или пьяной старухой в фешенебельном баре? Я подарю тебе белого пони, полного маргариток с балкона соседки. К сожалению, наши встречи редки. Я пишу вам из августа в осень. Здравствуйте, моя дорогая и далекая Настя. Снимаю. Тишина! Илья, пошел! Вывозят трупы. Зернышки граната рассыпаются красным бисером по палатам. Истину играют ангелки на трупах. Отопительный сезон опять задержан. Замер. Подожди, я не готов, сейчас. Ох, ох, ползи перец, пипер, солнце, пипер, пипер, вообще спущу кухню, золотой хлеб. Ох, я готов. Сюда сместись, я просто немножко это самое. Осторожно. Так, замер. Подожди. Прям стоишь. Замер. Замер, поехали. Ох, к нам ползи перец, пепел,
Твой самолет зыбок и пьян, как ветер золотых рыбок камни встретил. Курят любовь храм дамни эти. Им ли молоток мыло в зубы гладить? Нам ли глоток мула солнца в губы лить? Вряд ли кипяток рыбы можно пить этот. Стоп. Пошел. А Джон Оттон едет в Африку. Джин Джордж Джон Оттон опали кри. И Витто вен соли амбри барубай. Бег квета, крит влит, ритли, ритли, пен песа, тон поса, пес, пес, пости. Си, и, сили, и, а, о, о, о. А ляп, 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 пи-пи, ляп, пи-пи, пе-пе-пе-пе-пе-пе. Зри уда тида, чи-пи, чи-пи, чим, там. Там барам, 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 буру, 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 умбау, па-бава, умбау, па-бава, би-би-би. Би-би-би-би-би-бу-бу-бу! Пошел от меня дальше, все, уходи дальше, в тень туда, все, пошел, пошел. Давай, давай, куда можешь, уходи дальше. Давай. А Джон Оттон едет в Африку. Джин Джордж Джон Оттон опали кри. И Витто вен соли амбри барубай. Бег квета, крит влит, влит, ритли, ритли, пен песа, тон поса, пес, пес, пости. Сири и, сири и, а, о, о, о. А ляп, 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 пи-пи, ляп, пи-пи, пе-пе-пе-пе-пе. Зри уда тида, ти-пи, ти-пи, тим, там. Там барам, 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 бара, 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 буру, буру, умба. Фумбава-фумбава, би-би-би-би-би-би-би, бу-бу-бу. Пошел. У меня капюшон не одет был. Тебя почти не видно. Сигарету он курит. Ну выбрасывай, неважно, выбрасывай. Ну выбрасывай. Мы не даем ни курить, ничего. Ну главная роль, ну Ярь. Тишина. Поехали! Ждешь. Вот на это место. Поворачиваешься боком. Вы стоишь нормально, идеально просто стоит. Нет, стоит просто немножко вот сюда, вот так вот. Сюда. Ну, перпендикулярно вот эту штуку, да? Ну, вот она. Ну, еще говоришь, у тебя развернись. Да ног не видно. Когда будет читать, потом туда будет читать. Вот, вот, а, вот. И начинаешь только громко-громко, голосом робота, читать очень громко. Поехали! Как
ветра, архангелы на трубах маточных играют джаз бесполых манекенов и съехавших крыш, а я подыхаю на кухне от сердечной недостаточности в надежде, что ты все-таки когда-нибудь меня простишь. Нет, я не прошу прощения, оно ни мне, ни тебе не нужно. Я истекаю из глаз сальным безбожным воском, как отсканированный в страшном суде иеронимом воском. Граффити из мозгов, проигрыш Манчестеру, это веселые картинки и мурзилки завтрашнего дня. Я выбрасываю из окна свой Винчестер, где возится клоповник стежков и эпистолярная возня. Одиночество! Но мне не грустно, у меня есть радио, у меня есть чувства, есть сигареты, есть мысли. Тебя рядом нет, мы как-то зависли. Иди куда хочется, делай что хочется, но как-то не хочется. Одиночество пройдет, я думаю, ворочится, точно пройдет и все воротится. Круги остаются, мы лишь уходим, каждый может вернуться к своей свободе. Вроде бы так, да, все в порядке, прятки нет, я не люблю прятки. Ты видела, смерчи идут под вечер, каждый горд как шторм, словно путь млечен. Твое я на мое я, уже поздно, такая дня, что скажешь, возраст нет, лишь правила правы. Умел, держал все твои нравы, но не сумел. Гнилые спички, твои привычки на мои привычки. Все вредно на голодную печень, каждый горд как шторм, словно путь млечен. А в результате радио дым обжег провода и стал густым. Нам осталось два вечера до побега. Давай проведем это время в ванной. Там стены, пули непробиваемые. Здесь твои глаза цвета суровой тайги. Помоги мне вывернуться наизнанку взмахами крыльев на горе Аюдак. Так, я сброшусь русалкой на кафельный пол этой чертовой комнаты. Моих... На кафельный пол этой чертовой комнаты из меня зелеными пенными эликсиры татарских ханов. В моей голове было столько обманов тобой и цветными таблетками, книжками про тургеневских барышень на скамейках уральских фонтанов. Здесь, в этой морской горячности, твои бабочки не боятся моих ладоней. Утонем сегодня в кафеле и фарфоре. Утонем. А мне так хотелось полетов, травы, крыльев, автостопом до звезд, на крайняк до Ямайки и Джа. Но ты заключила со мной половой привлекательный бартер, и мне остался беспарашютный полет с 19-го этажа. Не уходи влево, туда, уходи. А вы уходите туда, сними, как они уходят сразу. Нет, стоп, ну встаньте, лица-то где ваши? Встаньте. Уходите. Идите, идите, идите. Стоп! А теперь идите обратно, сюда идите. Вы сюда идете.
читает? Ёкало мене, идите обратно! Кто-то читает! Обратно! Реакции нет никакой! Тихо! Пошли! Надо.
какого хрена? Пошла! Читай еще раз. Читай, не останавливайся, по кругу, по новой. Туда, уйдите, туда, туда. Я в этот вечер не сошла с ума. Не от того, что ты вот у меня. Четко повторяет движение. Да. Я не забылась и не впала в бред. Не от того, что все были как близко. Я видела и стены, и карнизы, но свой не отыскала и силуэт. Не от того, что полная тьма, обид и счастье не сдавила плечи, а потому, что в этот тихий вечер я просто я в этот вечер не сошла с ума. Не от того, что голый полумесяц, холодной головою свесясь, был неподвижен, словно ночь сама. Я не свихнулась в душной тишине. Не от того, что в каменные окна
Мой взгляд был бесконечно воткнут, и чья-то тень лежала на стене. Я не забылась и не впала в бред, не от того, что в зеркале капризном я видела и стены, и карнизы, но свой не отыскал силуэт. Не от того, что полная с ума обид и счастья мне сдавило плечи, а потому, что в этот тихий вечер я просто не сошла с ума. Сюда? Поехали! Начинай стих читать уже. Я бы... Другой? Маш, ну смысл, ты стих начинаешь еще раз давай. Ты второй стих. Какой второй? Садитесь еще разок, садитесь еще разок. Ты же, понимаешь, как бы реальность такая же. Так, сходитесь. К черте к этой, сходитесь. Я в этот вечер не сошла с ума. Не от того, что голый полумесяц. Блять, рука вошла. Ну хер ты говоришь-то. Я не успел поднять до головы камеру. Давайте еще. Вы плохо, вы там очень не видите. Холодный месяц в поднебесье воткнут, и фонари усталые висят, и стынут догорающие окна, впечатанные в каменный фасад, протянуты пустынные дороги словами и линеечками строк, и черные деревья недотроги застыли на обочинах дорог. Здесь не бывает утр, не дуют ветры, лишь чей-то сон вдали прошелестел. Я в эту считаю километры и тишину рисую на листе. Все. К земле гвоздем прибита, и звезды собираются в стада. Я эту ночь учу по алфавиту, от А до Я читаю по складам. Холодный месяц в поднебесье воткнут, и фонари... Густая мгла к земле гвоздем прибита, и звезды собираются в стада. Я эту ночь учу по алфавиту, от А до Я читаю по складам. Холодный месяц в поднебесье воткнут, и фонари усталые висят, и стынут догорающие окна, впечатанные в каменный фасад. Протянуты пустынные дороги словами и линеечками строк, и черные деревья недотроги застыли на обочинах дорог. Здесь не бывает утр, не дуют ветры, лишь чей-то сон вдали прошелестел. Я в эту ночь считаю километры и тишину рисую на листе. Нормально. Там вырежем, если что-то. А это кто тут стоят? Просьба тишина сейчас, ладно? Сюда повернись полностью, Саша, и сними меня. Меня сними. Все, снял. Теперь, опаньки! Я журнал... На попе надоело сидеть? Возьми диктофон, засунь в кассету. Иди в дверей посмотреть. Блиц-опрос – это то, что нужно для головы уставшей вопрос. Тормози любого, представляйся как хочешь. Не задавай свой. Я хочу погуляться. 1500 ватт в голове. 1500 километров. Это много или мало? Нервность перегнула к песне. Дальше все бывало, и мелькало, и стучало.
что есть и что было. Вырубай. Отлично. Пошел запись, давай. Ты сначала там фотографировал что-то. Спустись туда вниз чуть-чуть. Щелкни. Вот. Хорошо. Теперь развернись на меня и щелкни меня как следует. Встань ровно только, на поле. Целиком на, встань на холмик целиком. Хорошо, щелкай. Нет, снимай. Вот так ты снимал, да, все. Теперь опаньки. Давай. Если тебе в редакции ровно... О, да, да-да-да. Тишина, запись идет. Если тебе в редакции ровно на попе надоело сидеть, возьми диктофон, засунь кассету, иди на людей посмотреть. Блиц-опрос – это то, что нужно для головы уставшей. Стоп. Отпрос. Нет, еще раз, ты читаешь в 5 раз тише и никакой энергии вообще у тебя нет. Там ты, у тебя было здорово. Давай, ори вот, как будто я стою вот там. Хорошо. Давай. И начинаешь с улыбки. Ха! Я пойду туда. Давай. Ори. Пошел! Если тебе в редакции ровно на попе надоело сидеть, возьми диктофон, засунь кассету, иди на людей посмотреть. Блиц-опрос – это то, что нужно для головы, уставшей от проз. Тормози любого, представляйся, как хочешь, и задавай свой дурацкий вопрос. 1500 ватт в голове. 1500 километров – это много или мало? Нежность в электронном письме. Знаешь, как все пылало? И стучало, и сверкало, и мелькало. Виртуальный секс в интернете. Половинка года без малого. Думаете, я с приветом и кашу подумного старого? О, женщины, погибли вам названия. 20 лет прожить рядом, даже знать, как зовут по паспорту, но никогда не быть на расстоянии дыхания и не испытать мгновений счастья. Хорошая перспектива, все в рамках, по коридору. Глаза покраснели и смотрят криво. И только одна ночь для разбору, чтобы вспомнить, что есть и что было. Стоп! 1500 ватт! В 2 раза энергичнее. Скис. Хорошо. Давай. 1500 ватт, 1500 километров. Это много или мало? Нежность в электронном письме. Знаешь, как все пылало? Виртуальный секс в интернете. Ой, блин, сбился там. Начинай с виртуального секса. Виртуальный секс в интернете. Виртуальный секс в интернете. Половинка года без малого. Блин, надо сначала. Давай сначала. Саша, долго, стоп, молчи, Паша, не спеши. Хорошо. 1500 километров. А, блин, все, торможу уже. 1500 ватт в голове, 1500 километров. Это много или мало? Нежность в электронном письме. Знаешь, как все пылало, и мелькало, и стучало. Виртуальный секс в интернете. Стоп, что ты все время запинаешься там? Ну, у меня же просто назвают. А ты, остановись. Паша! Подожди. Вот. Уйди нахуй отсюда вообще! Ну. Не уйду. Сейчас кирпичом тут. Так. Заткнись. Ну. Извини, что я тебя ругаю, но не надо вмешиваться. Ну. Паша. Ой, Саша, держи руку. Так. Саша, все нормально? Выдохни. Расслабься. Теперь вспомни стих чуть-чуть. Угу. Первую строчку. Вспомнил. Теперь читай громко, энергично, но этот текст выпукляй, как бы, что ты думаешь, что ты читаешь. Хорошо. 3, 4. 1500 ватт в голове, 1500 километров. Это много или мало? Нежность в электронном письме. Знаешь, как все пылало, и мелькало, и стучало? Виртуальный секс в интернете. Половинка года без малого. Вы думаете, я с приветом и кашу подобного старого? О, женщины, погибель вам название. 20 лет прожить рядом, даже знать, как зовут по паспорту, но никогда не быть на расстоянии дыхания и не испытать мгновений счастья. Хорошая перспектива. Все в рамках, по коридору. Глаза покраснели и смотрят криво. И только одна ночь для разбора, чтобы вспомнить, что есть и что было. И убегай. Сейчас, не надо.
Просто кирпичом долбанул. Да нет, чё такое, типа? Илья, встал, пошел. Робот, засидевшийся. Встал, пошел, давай. Хватит? Должно хватить. Побежал за стенку, в сень туда. Побежал. За стенку, в тень. Или, ну ладно, иди куда идешь. Понимаешь? Да. Когда он появится, он поднимет дощечку. Знаешь, как сделаем ступление? Что сейчас делаем? А, ты стоп-кадр, да, делаешь? Тишина, поехали. Он двигается. Не поймет, кто кота, кто мышь. Слышь, да они все притворяются, они густые, как сметана, вонючие, как туман метана. Они всегда из таблеток и ампул. Они. Пошел искать! Иди, приближайся к нам зигзагами. Илюха, к нам ближе, ближе, иди на нас. Зигзагами. Зигзагами на нас. Поворачивай сюда. Проходи вот туда, пошел туда. Иди к Насте Демичевой. Все, к Насте. Так. Сейчас звук уже может быть. Может быть, чуть достанется. Ходил в этажи, как парашют не раскрывался, как брон взрывался на мириады железных стрекоз, как паровоз давился от злости, как в корости ольхи благодатней и невероятней, в кого бы приснится отпрыском вулкана, в кого бы лавой, в кого бы мамашей забеременеть. Время ведь кончится к послезавтрему. В трюме пота затоскует икота. До потопа три волосинки и семь архангелов. Да в Евангелии сам черт не поймет, кто кот, а кто мышь. Слышь, да они все
притворяются. Они густые, как сметана, вонючие, как туман метана. Они всегда из таблеток и ампул. Они! Поехали. Они из пластилина и реланиума, ни ума, ни души. Послушай да попляши, как я выходил в этажи, как парашют не раскрывался, как бронх взрывался на мириады железных стрекоз, как паровоз давился от злости, как в корости ольхи, благодатней и невероятней, в кого бы приснится отпрыском вулкана, в кого бы лавой, в кого бы мамашей забеременеть. Время ведь кончится к послезавтрему. В трюме пота затоскует икота. До потопа 3 волосинки и 7 архангелов. Да в Евангелие сам черт не поймет, кто кот, а кто мышь. Слышь, да они все притворяются. Они густые, как сметана, вонючие, как туман метана. Они всегда из таблеток и ампул. Они.
Yeah, the